торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях. Соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан заключила Камчатка. Оно должно будет способствовать укреплению межрегиональных отношений, расширению партнерских связей бизнес-сообщества, расширению ассортимента сбыта продукции, росту туристического потока и развитию социальных связей. Я хочу поблагодарить в лице Рустама Нургалиевича всю Республику Татарстан, наш дружеский регион, на котором мы с большим удовольствием смотрим, учимся лучшим практикам, особенно, конечно, в сфере строительства, но и в других направлениях. Будем очень рады, если природа Камчатки будет привлекать больше жителей Татарстана, чаще будут к нам приезжать, а мы будем отвечать взаимностью. Поэтому соглашение, уверен, этому Спасибо. Будет способствовать. Ранее губернатор края Владимир Солодов отмечал, что взаимодействие с другими регионами показывает эффективность, и в дальнейшем эту работу планируют только наращивать.